четверг, 30 марта, в Голубом зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов стипендиатам и грантополучателям от компании British Petroleum. Надо сказать, что университет является одним из 9, которые наша компания BP поддерживает в России. Программы у нас примерно одинаковые, но мы рады, что нам уже вот на протяжении целого ряда лет удается отобрать 2 раза в год студентов, которые весьма, на наш взгляд, достойно становятся стипендиатами компании BP. Всего дипломы получили 10 магистрантов, 5 аспирантов и 5 коллективов, которые с самого утра прошли собеседование на участие в стипендиальной программе компании BP. Мой проект называется «Компактный модуль пространственной ориентации», основанной на современной цифровой электронике, в частности на MIPS-технологии. То есть у меня достаточно большой опыт в разработке скважинных приборов. Компания British Petroleum активно поддерживает талантливых молодых ученых, чьи научные исследования, несомненно, принесут плоды в ближайшем будущем. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.